Ну, что-нибудь вот такое. Делюкс, гарантированные. Окей. Ладно. Смотрите, ребят. Раз уж вы все-таки здесь сегодня все собрались, у вас около 200 или 300 человек, точно не могу сказать, надо уже будет там смотреть. Да, почти 300. Смысл какой? Вы попадаете, вот просто представим, вы попадаете с рекламы на свой сайт. Любой сайт вот сейчас из вашего возьми, ну большинство, реально просто трэш. А трэш именно с первым экраном. И именно зачастую с картинкой. То есть, ну, например, вот у меня экран поменьше, вот у меня стандартный компьютер для Челябинска. Ну, это Челябинск же все-таки, у всех маленькие компьютеры. Вот человек попадает, юридическая помощь, поддержка должников по кредитам антиколлектора. Очень много текста сделайте покороче. Ну, то есть надо что-то одно выбрать, не надо так много писать. Либо сделайте покрупнее, поменьше, не надо заголовок такой большой пихать. Это просто ужас. Тем более здесь есть преимущество, вот они, избавим от коллекторов, снизим долг, возьмем переговор на себя, выиграем суд. В принципе, вот эти вот 4 буллета, их вполне достаточно, чтобы понятно было, что человек попал туда, куда нужно. Вполне. Ну, ставьте заявку на бесплатную консультацию, тоже потрясающая вещь. Главный вопрос, который у меня возникает, и, кстати, к большинству ваших лендингов тоже, нахера, извините за выражение, конечно же, зачем вам e-mail человека? Вот зачем? Просто объясните мне, потому что срочный ремонт компьютеров и ноутбуков. Зачем e-mail? Непонятно. Юридическая помощь. При этом, смотрите, звездочка стоит где? На вашем имени. Неужели самое важное в заявке, чтобы пришла заявка с именем? Вот я никогда не поверю. Самое важное, чтобы пришел номер телефона. Причем по-хорошему, кроме телефона, вам ничего не нужно в заявке. E-mail – это совершенно левая вещь, которая понижает тупо конверсию. Давайте посмотрим, на каких количествах лендингов есть. Так, ну здесь вообще заявки нету. Здесь просто LP-трекер нас убивает. Так, здесь, ну, хотя бы телефон Иван Иванов. Здесь у нас адрес электронной почты для ремонта квартир зачем-то. Так, проскейтер. Ужас. Так, узнаем подробности, ваша почта. Ну, здесь хорошо, это у нас о дипломе. С дипломами поверю еще, может быть, нужна почта, хотя тоже непонятно зачем. Вот, в принципе, идеальная вещь. Оставьте заявку на аренду фотокабины, улыбайся, и получи бесплатную доставку в подарок. Ваш телефон и только телефон, больше ничего не нужно. Вот, в принципе, идеально. Здесь, ну, тоже неплохо за счет того, что у нас идет просто телефон с Аннами. Ваше имя, телефон, тоже неплохо. Хотя имя тоже не нужно зачастую. Теперь самый главный вопрос, ну и главный топ, наверное, ошибок, которые бывают у вас на лендингах. Первое, это, естественно, вы берете почту и имя. Объясню, почему вам это не нужно. Мы проводили исследование, единственное, что это исследование прошлогоднее, 2014 года, но на всех своих лендингах мы тестировали, на многих точнее, проверяли заявку с именем, телефоном, почтой и заявку просто телефон. Естественно, если у вас заявка чисто номер телефона, количество конверсий, то есть лидов, у вас становится больше. Это логично и понятно. Качество лидов при этом, конечно, может чуть-чуть упасть. При том, что просто заполнить одно поле для человека намного проще, чем заполнять три поля. Поэтому всякие ваши конкуренты, всякие непонятные люди и прочие пишут 111, 999, 888, ололо и прочее. Все это, конечно, вас не должно смущать при этом, при всем. Телефон
Да, ну, в большинстве случаев достаточно для того, чтобы получить заявку, как вы понимаете, а имя вы можете узнать в процессе разговора, как и почту. Потому что почту зачастую, вот посмотрите, вашу любую лендинг открыть, почта у вас не обязательная. То есть по-хорошему вы эту, так, здесь нормально, вот, e-mail, он в принципе не обязательный. То есть вы можете написать там что-то, что угодно, какой-то телефон вписать, и я уверен, что если сейчас я нажму e-mail, будет отправлена заявка. Спасибо за обращение. То есть человек в любом случае, он либо заполнит, не заполнит и так далее. А какую почту ему вводить? Он начинает об этом думать и так далее, и так далее. То есть лишние движения у него в голове происходят. Да стоит ли здесь вставлять заявку? Это проблема, я считаю. И проблему нужно решать очень просто, тупо убирая с формы захвата e-mail. Надеюсь, в обратном звонке нету e-mail. Ну, хотя бы. Если вам нужна, например, ваша почта, или вам нужен телефон, или вам нужно имя, объясните человеку, зачем нужна почта. Либо имя, либо еще что-то. Давайте посмотрим. Вот я открою Fuel Sale, где действительно большое количество заявок приходит. Во-первых, давайте посмотрим форму. Я специально побольше сделаю. Получите наш прайс на нефтепродукты. Введите свою почту, телефон, и мы пришлем вам прайс в течение 5 минут. Введите свою почту, например, почты. На эту почту мы отправим наш прайс-лист. Мы хотя бы объясняем человеку, зачем мы берем почту. Далее, введите свой телефон. Идет номер телефона, и телефон уже идет как дополнение к почте. То есть мы объясняем, что мы убедимся, что вы получили наш прайс-лист. Но это, конечно, к вопросу о прайс-листах и опте. Если у вас идет, не знаю, там, ландшафтный дизайн или септики или еще что-то, вам, естественно, нужно закрывать только, крайне желательно закрывать горячих клиентов, которым нужно срочно, которым нужно не получить там просто обычную какую-то консультацию, а которым желательно сейчас, завтра построить, потому что в большинстве из ваших бизнесов, именно ваши бизнесы страдают тем, что у вас приходит куча долдонов, оставляют заявки, и извиняюсь опять, что я странных людей, которые приходят к вам, оставляют у вас заявки, приходят к вам в офис и так далее, но при этом, при всем, они не покупают. И это очень плохо. По поводу, вот вопрос, кстати, в онлайн-консультанты, колбэк-хантер и так далее, мы о них еще поговорим чуть-чуть попозже. Но сейчас я о них вот не буду говорить специально. Хочу еще заметить очень важный момент по поводу почты. Почты, имени, телефона и каких-то дополнительных полей. Иногда многие ребята, ну, как и я сейчас, в течение 10 минут, я вам объяснял, что эти теоретически эти поля не нужны. То есть нужен всего лишь одно единственное поле в форме, это номер телефона. Но при этом, при всем, если вы хотите получать более качественные заявки, то есть вам нужен не весь подряд трэш, а именно нужны только горячие заявки, вам нужно будет тестировать несколько заявок. Тестировать, естественно, самый простой вариант, сразу отвечу на вопрос с АБ-тестингом, вы просто тупо открываете Google Analytics, и там есть такая вещь, как АБ-тест, прямо внутри Google Analytics. То есть вам нужно просто на сайт поставить тупо Google Analytics и маленький кодик еще. Кто не знает, как это делать, посмотрите у меня на YouTube-канале. У меня есть видео на тему, как делать АБ-тест за 10 минут. Чем больше полей, тем качественнее заявка получается. То есть, если человеку нужно, например, куда-то улететь, то либо он оставит просто номер телефона, допустим, если позвонить бесплатно, просто номер телефона, и либо он может заполнить большую заявку. В том числе, я просто покажу, для примера, вот возьму сайт, вот мой сайт, и... Смотрите, здесь есть у нас заявка номер телефона, да, и при этом при всем есть заявка полная, то есть получить предложение по рекламе через 4 часа. Есть люди, которые, вот самое интересное, что есть люди, которые заполняют эти заявки, кто-то нажимает, если позвонить нам бесплатно, получить по расчету и так далее. Ну, в принципе, там те же самые поля, хотя тоже с именем. При этом при всем еще есть
форма, в которой есть полные поля. И есть люди, которые заполняют всю эту форму. Я не знаю почему, но они заполняют ее. Дальше. Второй момент. Многие думают, что спам на телефон... Нет, ну, ребят, спам на телефон... Если брать топ все-таки самых страшных, даже страшных страхов, даже по себе вот подумайте, что вы оставляете в заявке зачастую, если вы оставляете вообще сами заявки. Кстати, еще вопрос очень частый, потому что большинство из вас, я уверен, ничего сами через интернет не покупают. То есть, когда вы сами последний раз оставляли на чужих лендингах заявки, не просто ололо 1.1, а что-нибудь действительно серьезное. Я уверен, что в большинстве случаев вы реально не оставляете заявки. Но это ладно. На первом месте самое страшное, что человек боится оставить, вы не поверите, это имя. То есть человек реально боится просто оставить свое имя, потому что когда к вам приходят всякие письма типа «Иван, здравствуйте», «Валерий, здравствуйте» и тому подобное, вы реально немножко боитесь. Поэтому вы редко, ну, вы реально боитесь оставлять имя. На втором месте это почта, потому что вы боитесь за спам, что вам начнут спамить на ваш ящик. Но вообще спам это такая вещь, которая, ну, на самом деле, вот мне, например, почту оставить не влом, потому что у меня она уже настолько заспамлена, что мне абсолютно все равно, плюс одно письмо, минус одно письмо и так далее. И третий момент, это уже на третьем месте, стоит номер телефона. То есть телефон оставить, это не так страшно, потому что, ну, позвонит мне человек, не позвонит, какая разница. Я уверен, что у вас кто-то оставляет номера телефонов, вы звоните, но при этом при всем кто-то не берет трубку на той стороне. Вот и все.